Новабелецкий район Гомеля сегодня святкует 240-годовый юбилей. До 1777-го на этой территории была заболоченная мясцовость с усяго двумя подворками. Зараз тут находится шерах буйных промысловых предприемств, установы аховы здоровья и адукации. Урочистости наведал Олег Синтероу. Если перегорнуть исторические сторонки, то можно так само додать, что Новобелица с самого початку будовалась как павятовый город. И только после того, как Миколай I в 1854 году перевел в центр павета у Гомель, Белица стала заштатным местечком, але и тогда свое значение полностью не стратила. Миновито на основе мясцовой символики был распространен гомельский герб. И такий факт. После вызволения от нацистов со снежня 43-го до лета 44-го у Белицы находился урад Беларуси. По сутности, у этот период район был неофициальной столицей республики. Его и зараз шмат кто называя городом у городе. Новобелица – район особливый. Мясцовые жихары настолько его любят и так им гонораться, что до этого часа упомнены, и они живут в особном городе. Так и кажут, живу у Белицы, а працую у Гомеля. Хоть и працую шмат кто по великим рахунку у самой Белицы. Промысловый сектор Новобелица сапраўды ўражвае. Тут знаходзіцца значная частка вядучых прадпрыемстваў абласнога цэнтра. Мяса і тлушчавы камбінаты, гомель-шпалеры, гомель-дрэў, хімічны завод і завод ювелірных вырабаў «Крышталь». Апрача таго, тут вялікая колькасць буйных медыцынскіх устаноў. Ад Рэспубліканскага цэнтра радыяцыйнай медыцыны і экалогіі чалавека да шпіталя ветэранаў вайны. А ў апошнія гады Новобелица пазіцыянуе сябе яшчэ як лепшае месца для адпачынку і самы утульны і чысты гарадскі раён. Жыхароў тут сапраўды становіцца больш. Перш за все, за кошт новобудовлю у Новобелицы узведено уже несколько новых микрорайонов. Район очень сильно растет, быстро растет, поэтому где-то за последних 6 лет население Новобелицы выросло почти на 18 тысяч человек, а то и почти на 20 тысяч человек. Головная территориальная особенность Новобелицы – автономность. От основной частки Гомеля ее отделяет СОЖ. Шмат кто лечит, что на ритм життя в этом районе отрознивается от агульногородского. Некого это задовольняет, некому не хапает динамики руху. Але у любым выпадку Новобелица – сапраўды особливый район. Гонорыцы, які могут не только мясцовые жихары, але и увогуле усе гомельчане. Новобелицкое озеро, фонтан, брызг серебряных, чарующий султан, белый храм, за ним приземистый лесок. Вдоль ручья тропинка, райский уголок. Ива, Ивушка, наверное, ты права. Я хочу найти утешные слова для душевных ран, целительный бальзам. Может, их подскажет строгий белый храм, Новобелицкое озеро, фонтан. И забудутся предательство, обман. Олег Синтеров, Валерий Хованько, телерадиокомпания «Гомель».